На войне всегда есть место чуду. В, казалось бы, безвыходной ситуации вдруг находится человек, который берет командование на себя и спасает людей от неминуемой гибели. Это качество настоящего командира. Мы нашли такого человека и решили рассказать вам о нем. Это Игорь Зуев, который вывел из смертельной ловушки свое подразделение. Сентябрь 22 года. Донецкая Народная Республика. Это произошло в конце сентября 2022 года под местечком Торское Краснолиманского района Донецкой Народной Республики. Подразделению Зуева был дан приказ прикрывать отход российских войск. И неси, запрашиваю подтверждение для отхода подразделения Зямы с основными силами. Как понял, прием. Я и неси. Подразделение Зямы останется. Пусть прикроют отход основных сил. Прием. Енисей, я аллигатор, плюс. Многочисленные мобильные группы ВСУшников, нацбатальонов и иностранных наемников наступали, теснили наши части, захватывали позиции. Поэтому командование, опасаясь окружения, приняло решение отвести войска за реку Северский Донец. По осени Лиманское направление там стало самое тяжелое направление. И мало кто, конечно, хотел туда попасть. Потому что вы знали, что самое тяжелое направление. И получилось, как всегда, то есть нас резко снимают. Мы в южнее Донецка находились, и нас перекидывают именно туда. То есть у нас часть моего взвода перекинули под Лисичанск, а часть моего взвода вместе со мной перекинули в Катрас под Красный Лиман. Ну, то есть от моего взвода осталось 8 человек. То есть это моя одна бэха и плюс десантом 8 человек. Мы туда зашли, вот, и ну, там ситуация очень тяжелая была. И причем у меня получилось, что у нас, когда мы пошли на позицию туда, там были и подразделения соседнего полка, 120-й армии. Там 8 человек ребят стояли, с февраля они воюют. Приехали, насыпали нам, вот, нас 8 человек. И все, он говорит, я к вам типа на помощь. Я говорю, типа откуда вы? Он говорит, третий корпус. Я такой, ого. Там просто третий корпус я слышал еще, наверное, с мая, то, что его там формировать начинают и так далее. Все, мы разговорились так и так. Ну и все, говорю, поделили территорию. Я с правой стороны дороги держу, он с левой. Все, он расставился, машинку спрятали. И вот у нас, получается, осталось 17 человек. И у них там в соседней полка 8 человек был замкомандира взвода. Ну, помоложе меня, и пришлось с ним брать команду на себя. ВСУ, используя тактическое превосходство, оставленные нами позиции занимали быстро. Так было и 30 сентября 2022 года. А против нас уже вылезли как раз целый батальон. То есть они там украинская армия в лице нацика правого сектора, натовцы там, поляки, немцы. И техника вся, вот ихняя польская, например, танки, бэхи, БТРы. Ну вот они готовят наступление, все, танки, бронетехнику подтянули, их там уже там тысячи стоят. И причем они идут наступление в трех направлениях. Видимо, хохлы, увидев это, что техника отходит, ну, поехали счастливы, довольны. Думаю, что мы всю деревню оставили, вышли, и все. А не тут-то было. В Торском, где Игорь Зуев остался со своим небольшим отрядом, царила неразбериха. Слышна стрельба. По главной улице уже шли польские наемники, ведя зачистку. На другой, параллельной улице, в жилых домах засел отряд Зуева. Село уже было почти захвачено противником. БМП Зуевского подразделения, по сути, могла стать трофеем. Наемники начали осматривать ее. Но не тут-то было. Свой Зуев никому никогда не отдаст. Нам пришлось отбивать в первую очередь бэху, потому что она была спрятана за дом. И уже трое нацистов стояли возле нее. И когда мы увидели по улице, уже колонны пошли, мы побежали за дом, я кричу, все вот этих, валим нацист. Отбили мой бэху в первую очередь, потом залезли между колоннами, они там остановились. И обратил внимание, что вот они все вот эти натовцы, они одеты в черной форме.
Причем видно, что это армейцы. Их никто и не учил, что в ближнем бою они не знают. Потому что они растерялись, они стояли во весь Сурнуцкий, то есть на глазах, как это может залезть и между ними. Их сжечь. И на глазах они стояли просто вот здесь. Мы просто выскочили здесь, с 10 метров в упор их расстреляли с автомата. Приезжают эти два джипа, мы их расстреливаем успешно. Понимая то, что надо текать, пока есть время, чтобы, по сути дела, приказ выполнен, бой мы дали. А приказа стоять насмерть не было. Перебили, по официальным данным, короче, мы уничтожили 37 поляков. То есть они в том бою понесли очень большие потери, не считая, сколько мы их затрясотили еще. А еще когда завалилась БЭХа, и я ожидал команду все на БЭХу, то есть мы и остановили. Даже это потом нам ребята сказали, которые за статарами выходили последние, говорят, вот благодаря вас мы успели выскочить. Оценив обстановку и осознав, что против них всего полвзвода, украинцы решили устроить персональную охоту за БМП и маленьким отрядом Зуева. Мы потом на БЭХ сели, пока они там все ребята приходили, они попрятались. Мы через огороды на БЭХ начали выходить. Ну вот за нами погоня была. Мы же не знали, что здесь населенный пункт уже был взят. Еще хорошо, что вот у меня сзади были привязаны ящики. Мы туда АГС сваживали, патроны, вещи. Вот это спасло, потому что мы когда уходили, сзади ребята сидели в этот на БЭХ. И вот нам вдогонку стреляли вот эти ящики, они как куски разлетались, короче. То есть это спасло еще. Потом это еще сыграло, потому что был пролет в башню. Я на башне сидел вот так вот, по пояс. Команда показывала направление, механик водит, а наводчик сидел внутри. Он башню крутил, раз вот этот цель найти, стрелять в ответ. А ребята стреляли с автомата во все стороны. И за нами погоня была. И прилет был в башню, и башню в обратную сторону развернула. Сзади, кто был первомалку, выбросила. И получилось бы, башня должна была слететь. И вот благодаря ящику она просто тормознулась. Если она слетела, у меня вот так по пояс срезал, там наводчик по грудь. И один парень вылетел так, что как раз у замка взвода. И мы метров 100 отъехали, и вот он уже автомат куда-то улетел, он бежит, и там такая картина. Все у нас, мне казалось, замедленным действием. Остановил, он бежит, я видел его глаза и из-за дома за ним как раз выезжал Круповский БТР. И я видел глаза, он бежал эти 100 метров, короче, я думал, что если оставлю, я просто не смогу себя простить. Ну, мне снится будет. Пока был прилет, башню повернул направо и меня выкинуло, я сальто сделал и сразу же сдал норматив по физподготовке, пока бежал 300 метров за машиной. Но не дождались. По своему делу должны были не ждать. И то, что остановился, я знаю, что будет второй прилет, мы все погибнем. И вот он добежал, запрыгнул, мы обстреляли с посольника этот БТР. Времени вообще, непонятно. Доли секунды соображали, там кричали все, типа, давай, 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 давай. И вот как-то мы выехали, заехали в гору, и все, у нас... Не помню, левая или правая гусля слетела, потому что в нее что-то прилетело. Ну, видимо, сколько дала проехать, столько дала. Все, взял на команду, все. И мы сразу ушли во вражек. Когда мы вам рассказываем о случае на войне и берем интервью людей, которые пережили, может быть, самые драматичные минуты своей жизни, мы делаем реконструкции. Конечно, мы не можем полностью до минуты во всех деталях показать вам, что было в тот момент. Но дать понять, что происходило, мы можем. Мы свернули,
там через крутые пролезы, я друг за другом по оврагу лезем. Но я думал, что он овраг идет, и по нему как выйдем. Почему у них, они же тепловизоры, они же все это видят, а по оврагу можем выйти. Ну, он заросший такой. А получается, шли-шли, а он закончился там, получается, с левой стороны поля, с правой стороны поля. Я говорю, все, залегли. Лежали, вот они нас ездили, искали, ходили, прочесывали. Я знал, что если они нас найдут, то они нас гранатами закидают. Ну, мы точно без боя бы не сдались. Ну вот, и поэтому шанс у нас был там вообще минимальный. Ну хорошо, там дождь начался, и через час стемнело. Но они поискали, но не нашли нас. Нам просто повезло. Ну а потом я ребят позвал к себе. Я говорю, шапки снимаем, ребят. Поменем погибших всех. Мужики, давайте помянем наших погибших товарищей. Для меня это четвертая война. Я выведу всех нас из окружения. Вот он просто нам сказал, доверьтесь мне, я вас выведу. И вот эта самая первая фраза, вот еще с той ложбинки, вот этот один он сказал, слушайте меня, никаких визгов, писков, слушайте меня, идем за мной. И я слова не сказал, хотя мы два командира взвода, по сути дела, так-то. Ну, опять же, только у него возраст и опыт. Я, конечно, тоже не слишком молодой, не сопляк, но прекрасно понимаю, что опыта у него поболее будет. Плюс мы как бы в перерыве, что мы общались, ну, до этого, он показывал фотографии с наградами и так далее. То есть видно, что человек-то непростой, не пришел в магазин за сахаром. Он пришел с конкретной миссией. Ну, я вижу, что мы в правильном направлении идем, потому что мы от населенного пункта удаляемся, какая-то высота идет. И уходили. Но самое главное то, что там, как мне объяснял, что до 30 километров идти до Глиминой. Там нет населенных пунктов. Если они туда-туда вынутся, мы просто не пройдем. Но мы были все под адреналином. Я об этом не думал. И ситуация получилась такая, что у меня из-за контузии, из-за ранений, у меня все наоборот казалось. И поэтому я их повел не в сторону к нашему, а я повел в сторону другую их. Туда, к укроп. Нас это тоже спасло. Потому что в сторону Клеменной они кидали снаряды мне. Потом на следующий день мы все-таки туда вышли. Там все было защищено этим техникой их, они искали, стреляли, короче, а мы ушли в другую сторону. Ну, правда, идем, что-то смотрим, один населенный пункт, другой населенный пункт, третий, блокпосты эти украинские, какие-то овраги начались. Ну вот, а потом догадался, я говорю, ребята, есть у кого компас? Ну вот, и компас достали, и вот пошли на северо-восток по направлению, и мы где-то уже после обеда вышли на своих. Опять же, мы же шли, чтобы сохранить свои жизни. Мы же прекрасно понимали, что парни погибли в бою. Тем более, как бы мы не струсили, мы не убежали, дали бой. Прекрасно понимая, что силы превосходят, мы попытались отойти. Ну, мне не за что себя упрекать. Единственное, что, как бы говорю, то, что мы вот так вот вышли красиво, Игорь красавчик. Я не знаю, как бы я поступил в той ситуации, честно. Ну, учитывая, что сейчас у меня есть опыт, Зяма показал, что не надо ссать, бери и иди. А что делать-то? Спустя несколько месяцев боевые товарищи встретились на Красной площади в декабрьской Москве. Но повод для встречи был нерадостный. Собрались на похороны своего друга, погибшего в том бою. Его позывной был отец Александр. В гражданской жизни Александр Николаевич Бурлаков из поселка Рамаданово Республики Мордовия. Ему было всего 52 года. Взрослый, самостоятельный мужчина, предприниматель. В одиночку воспитывал двоих детей. С началом спецоперации не смог сидеть дома, пошел добровольцем на фронт. Дети к этому времени уже выросли. В гвардии младший сержант Бурлаков погиб в том памятном бою. Больше двух месяцев его тело не могли достать из Торского. ВСУ не давало возможность забрать останки погибших российских бойцов. 23 декабря 22 года Александра Бурлакова со всеми воинскими почестями похоронили в родном селе Трофимовщина под Саранском. Посмертно он был награжден орденом мужества.
был пулеметчик в доме. И он отстреливался до последнего. Мой рейс, 51 год. Отец Александр позвонил мне. Да. Отстрелил до последнего. И вот в угол БТР уперся. И просто у него дома такие глиняные. И через стены просто в упор простреливал его. И вот он один отбивался сам, короче. Но потом я видел, как он погиб. Вот. И мы поэтому БТРу тоже там шквально огнем, потому что начали стрелять, пытались как бы на себя внимание привлечь. Вот. Но это была не единственная потеря. Тогда же в Торском пал смертью храбрых еще один доброволец. Рядовой Евгений Бондаренко, позывной Джексон, москвич. Совсем молодой человек, всего 24 года. Он прожил яркую, полную отваги и правильных поступков жизнь. Я послал Джексона да. туда, в дом, чтобы добежать, он не добежал, он погиб. Вот я об этом сожалею. Ну вот, и чтобы ребятам сказал, чтобы они отходили, бы их на улицу-то отбили, они же могли отойти к нам, а бы, ну вот. И поэтому Джексон, молодого парнишка, 24 года, конечно, положил, об этом сожалею. Ну его скосили, он когда дорогу перебежал, правда, на краю дороги. Такова доля командира, если он настоящий командир. Помнить всех поименно, живых и мертвых, своих боевых товарищей, которые навсегда останутся в его душе. Получилось так, что у нас экипаж уже не первый раз участвует в боевых действиях. То есть я в Чечне, Толстый тоже в Чечне, Зяма тоже. Она получается как слово «прорвемся», можно сказать, означает все. Где наш не пропадал? Наш пропадал везде. Я несколько раз прокручивал эту ситуацию. И там действительно как полезный ножа. Если чуть бы шаг в сторону, шаг в другую, то мы бы не вышли. И, естественно, какие-то силы есть, но тем более я верующий, я сам-то из старобрядцев, сибирский старобрядцев. И заряжал нашим старобрядцам, за нас молились часовины старобрядцы, которые в Сибири живут. И молились старобрядцы даже здесь, в Москве, белокренинские поповцы. И я думаю, что я сам приходил на службу, ну, вот, потому что есть старобрядцы, которые воюют, ну, вот, и поэтому... Да, действительно, тут что-то такое сверхъестественное, потому что такой фокус, который мы сделали, его не повторишь. Невозможно такое повторить. Командирами не рождаются. Жизнь делает людей по-настоящему главными. Когда человек берет на себя добровольно ответственность за чужие жизни. В мирной жизни или в бою он проявляет себя как командир и носит это высокое звание.